Много уже воды утекло с тех пор, когда Ава и Ольга Бузова расстались. Однако экс-влюбленным приходится и сейчас отвечать на компрометирующие вопросы журналистов друг о друге. На днях Дава стал членом жюри «Детская новая волна». За кулисами артиста ждала толпа журналистов, которые не могли не спросить про Ольгу Бузову. Сначала манукен спокойно комментировал свое отношение к теледиве. «У Оли все будет прекрасно. Я ей всегда желал и желаю всего самого доброго. Она большая молодец, большая трудяга. Поэтому я за нее не переживаю», – заметил Дава. Однако после следующего вопроса артист потерял улыбку вместе со своим настроением. Журналисты поинтересовались у него, что он думает о пьяном выступлении Бузова в Волгограде. «Я не хочу это обсуждать», – сердито сказал манукен и поспешил скрыться в гримерной. Блогер также не ответил на вопрос, считает ли он допустимым выходить на сцену под алкоголем. Скорее всего, Дава не хочет прилюдно обсуждать возможные пороки его экс-возлюбленной, ведь у него к ней осталось уважение.